Утро 8 апреля в Электрогорске началось с массовой акции по уборке. Веселая музыка и яркое теплое солнце придавали настроение и бодрости. На субботник вышли работники предприятий, образовательных и медицинских организаций, управляющих компаний, ТСЖ, представители политических партий и общественных союзов, школьники. Глава города Денис Семенов вместе с заместителями поприветствовал собравшихся и поблагодарил за присутствие. В цели задачи навести по максимуму порядок в нашем любимом красивом городе, привлечь как можно больше на это мероприятие детей, школьников, наших любимых жителей, чтобы все вместе, сообща, мы сделали наш город еще более краше и убрались после зимы. Я благодарен всем жителям, которые откликнулись. Объем работы мы предварительно для себя уже определили. В среду сделали большой обход по городу, определили все точки, все места. Сегодня нужно все это убрать. Все распределились по закрепленным территориям, вооружились необходимым инвентарем и приступили к наведению порядка. Сегодня каждый уголок нашего любимого города не останется без внимания. Скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется понятие «чистота», «чистый город»? Ну, город без мусора. Ну, а вы как думаете, вот что надо делать для того, чтобы наш город был чистым? Ну, это, прежде всего, должно быть желание жителей жить в чистом городе, собирать эти субботники. Это должна быть, в первую очередь, инициатива жителей. Что для вас чистый город? Я думаю, соблюдать гигиену, тоже вот, любить свой город, быть патриотом своего города. Это самое главное. Ну, чтобы в городе было чисто, чтобы не было мусора, чтобы экология не засорялась. Глава города вместе с участниками субботника приводил в порядок территорию городской больницы. Сегодня здесь принимает участие в уборке руководитель молодой гвардии «Единой России» Московской области Ленара Самединова. У нас молодая гвардия, ребята, принимает участие. Также 11 класса 14 школы, педагоги 14 школы. Учитель трудов, управляющая компания «Эленком», МБУ дорожного хозяйства и непосредственный коллектив больницы. Какая задача стоит? Навести порядок вот именно на этой части, где находится старый дом, Семашко, дом 1, пруд. Вот этот сухостой, весь мусор. Вот мы даже ходим, смотрим, обращаем внимание, что мусор здесь десятками лет. Уже так достаточно много скопился. Вот. Хотим навести порядок, облагородить пруд, провести опиловку для того, чтобы еще техника могла прийти и сломать этот старый дом. Поддержать электрогорцев в субботнике приехала Ленара Самединова. Но сегодня утром уже была в Павловском посаде, тут близко до Электрогорска, тем более, что хочется поддержать ребят. Молодогвардейцы наши городского округа Электрогорск вышли, позвонили тоже, говорят, приезжай, ну, почему бы не приехать, не помочь. Тем более, что, знаете, у нас субботник уже стал доброй традицией. Наряду с Лесом Победы, с посадкой леса в сентябре, субботник, май, апрель, это такие вот, скажем так, для нас уже, для всей молодежи Московской области, ну, понятные даты и стопроцентные гарантии того, что надо выходить, надо помогать. Опиловка и побелка деревьев, уборка скопившуюся за зиму мусора и листвы. Коллективный труд дает свои результаты. Город по-новому задышал после зимы и встретил весну чистым и красивым. И все это благодаря стараниям жителей.